Послание Отца Абсолюта от 15 апреля 2021 года. Волшебный список. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы поговорим с вами о внутренней составляющей вашей личной полосы очищения. На протяжении более 5 лет вы учились избавляться от негативных программ трехмерного мира, очищая свое подсознание от всего темного, чужеродного, небожественного. И сейчас пришло время подвести итоги того, с чем вам уже удалось справиться, а над чем еще нужно поработать. И вот с чего мы начнем. Прежде всего, составьте список всех своих слабых мест, тех привычек, мыслей, эмоций трехмерного мира, которые свойственны именно вам. Но для этого нужно быть предельно честным самим собой и не пытаться выдавать желаемое за действительное. И поверьте, родные мои, этот список все еще может быть очень длинным. Это могут быть ваши до конца неизжитые страхи, нелюбовь к себе, желание судить других и сравнивать их с собой, эмоции обиды, ревности, зависти, гордыни, уныния, недовольство собой и миром, и многое-многое другое. Подойдите к этому творчески и составьте этот список таким образом, чтобы вначале его были базовые энергии, которые запускают цепочки других негативных эмоций. Такими энергиями являются, например, страх, который порождает массу вспомогательных негативных эмоций, таких как уныние, недовольство, гордыня, ненависть и агрессия. А нелюбовь к себе является источником обиды, ревности, зависти, чувства вины, неуверенности в себе. Таким образом, если вы сразу вырвете с корнем свою главную проблему, вам не придется работать с ее производными, что намного облегчит вашу задачу и сэкономит вам массу времени. Конечно, эти годы не прошли для вас даром. И кому-то нужно лишь почистить то, что осталось, либо налипло уже в последние месяцы, которые действительно стали для многих из вас проверкой на прочность вашей веры и силы духа. А кому-то, кто только прикоснулся к новым для них знаниям, предстоит серьезная и вдумчивая работа над собой с использованием многочисленных практик, которые давались на этом сайте на протяжении 5 с лишним лет. Итак, честно и объективно посмотрев на себя со стороны и составив список того, чего вам предстоит избавиться, вы приступаете к делу. Сейчас, когда на Землю идут уже другие энергии, несопоставимые с теми, которые вы получали несколько лет назад, ваша энергетическая работа над собой выходит уже совсем на другой уровень. Время сжимается неумолимо. И новая энергия способствует тому, чтобы вы проходили свою учебу в духовной школе экстерном, в буквальном смысле сжигая в себе все остатки трехмерных энергий и программ. Призвав огонь вселенской любви, растворяйте одну за другой, согласно вашему списку, все нежитые вами до конца эмоции и программы трехмерного мира. Работайте не спеша, и обязательно призывайте на ваши сеансы медитации всех своих небесных помощников. Важно проработать по отдельности каждую из эмоций или программ, находясь в медитации до тех пор, пока поток энергии не утихнет. А в конце медитации призовите энергию Вознесения с тем, чтобы заполнить ею ваше освобожденное от негатива энергетическое пространство, тем самым закрепив результат вашей работы. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта.